спортивно-реабилитационном центре на днях произошло значительное событие. В центре появился новый современный аппарат для прохождения флюорографии. Это стало возможным благодаря личному распоряжению министра здравоохранения Кыргызской республики Алымкадыра Бейшеналиева. Президент Садыр Нурбазович спортта абдан чоң камкорлук көрүп атат. Ошолордун бири мынакей кандай сөздө болсо керек болсо спортсмен керек болсо ошону бакыбыз. Барабыздармы? В итоге во флюорокабинете старый аппарат 60-х годов был демонтирован и вместо него установлен новый. Өз үстүн аттан ошо спортчулардын жана шаардыктын тургундардын саламаттык сактоо тейлөө жагынан дагы көп жыл кызмат өтөйбүз деп ишенебиз. Сиздерге чоң рахмат. В мероприятии, которое было посвящено этому событию, приняли участие министр здравоохранения Кыргызской республики Алымкадыр Бейшеналиев, главный врач центра Сагынды Кайтбаев, заместитель главного врача Бактыгуль Алишева, заслуженные тренеры Кыргызстана Мейрамбек Ахметов, Табалды Улу Сайменкул и Байгазы Кинжибаев. А ленточку разрезали Алымкадыр Сайырдинович и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Жаламан Шаршымбеков. Хочу выразить большую благодарность нашему уважаемому министру здравоохранения Алымкадыру Сайырдиновичу за столь нужный флюорографический аппарат, очень красивый, удобный, большой пропускной способностью. Все там компьютеризировано, автоматизировано, пленка поступает сразу на компьютер, очень хорошее видение органов грудной клетки и легких в том числе. Вот, поэтому большое спасибо. Это очень дорогой аппарат. Нашей поликлинике было бы не под силу такой аппарат купить, но он поступил по линии Министерства здравоохранения. И в том, что он поступил, большая инициатива была нашего министра. Вот, человек, который любит спорт, человек, который лицом к спорту. И, видимо, человек, который понимает, что здоровая нация – это процветающая страна. Спасибо большое за это.